часть к мужчине, который лайкает и комментирует каждое мое видео. Ну пойдем кофе уже куда-нибудь попьем. Че ты как не родной? Чаечка, я тебя лайкну так, что мало не покажется. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Это новая разводиловка, заманушка для оленек. Ребята, там лайков стоят тысячи, понимаете? Это ж каждый олень возгордится, типа, а я писечке каждый раз лайк ставил. Это, наверное, она меня имеет в виду по-любому. И сразу, опа, переводик на карту. Это на кофе, да, пойдем, пойдем. Там, да? Она потом, типа, пришло там ей 200 переводов, короче. Она потом, ну давай, сейчас нету времени, там, или там я тебе не тебя имела в виду. Ребята, чаечки выходят на новый уровень. А эти ж будут клевать, ребята, сразу же начнут ей клинья подбивать. Ребята, ну вы же знаете, там какие олени-хороводы, там их, блин, десятки тысяч, блин, да? Вот. И они просто, они ж, и все каждый ей лайкает под каждым видео, ставит лайк, там комментарий пишет, там просмотр делает и так далее. И каждый же парнокопытное существо, каждое подумает, что это именно она его имеет в виду. Господи, кошмар какой-то.